Вызов съемков второго сезона заключается в том, что мир разрастается. Не только потому, что появляется Деметриус и много других персонажей, но и потому, что мы перемещаемся в новые места. Игра престолов в производстве. Это впечатляет, потому что дает шанс. Поскольку, как и в большинстве сериалов, ты строишь свой мир. И что там происходит, очень похоже на настоящую жизнь. Неважно, кто где живет, в особняке, или по соседству, или в другом городе. Вызов заключается в понимании новых мест и нового мира. Уделение большого внимания той сложности, с которым разрушается мир. Чем больше нас будет, тем дальше мы сможем пройти по его территории. Мы переживаем по поводу того, что в первом сезоне было столько персонажей, столько сюжетных линий, что мы не сможем следить за всеми ими. Но я очень рад, что зрители смогли это сделать. Они заинтересовались этими персонажами, переживали за них их судьбы. Королевские воины, которые хотят поймать его. Они ищут меня. Мы снимаем сериал о семье, власти, человеческих отношениях. Он о том, как один человек может повлиять на власть. И как те, которые наделены властью в стране, могут изменить ее в глазах мира всего. Это фэнтези-сериал, но не в этом суть. Суть в людях. Характеры, созданные Джорджем, настолько богаты и прекрасны, что есть множество путей развить их и исследовать. Он не просто создал шаблоны. Столько великолепных символов и великолепных характеров сценария. Столько возрождений. Незабываемое путешествие для аудитории. «Игра престолов», апрель 2012 года.